Shots of Space. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Что соперники, можно сказать? Хороший, сильный соперник, играли с ним неоднократно. Преимущество было на нашей стороне все время. Разное и большое, и не очень. Парни в этом году усилились. У них выше ребят, которые отбывали дисквалификации. Поэтому мы готовы. Настрой самый боевой. Oh,
Опять влюбляемся. Да, есть такое, и как бы на местах перестаем играть, начинаем бегать за игроками, за шайбой. Нужно просто как-то больше по местам играть, и будет спокойнее все. Да. Ощущения такие, что надо выигрывать, и мы выиграли, самое главное. Это то, что, конечно, на площадке происходило, можно было позабить побольше. Ну, вратарь молодец, подтащил команду соперника. Но мы выиграли.